из горного хрусталя сейчас делают, черти что там, пьезо всякие для ультразвука, для радио, и то уже выращивают все. А ведь тогда только для женской красоты. Да. Так ведь не, на самом деле, вот я с которыми людьми, дедами встречался, для них цена камня была не главная. Они были, как сказать, психи своего рода. То есть вот им фортуна добыть такую красоту. Вон как мы со зверем ходили, я еще, у него во дворе аметисты были высыпаны, ну, некачественные и затоптаны. Я стою ногой, он вышел на крыльцо. Однако не тобой положено, не тебе и брать. Ты что, мол, тут аметисты роешь? Я говорю, дух, валяются? Не валяются, добыть самому надо. Ну и вот я говорю, так вот что добыть-то, вот, а вы меня возьмете. Однако, почему я тебя возьму? Я говорю, я камни люблю. Ну и пошли. И вот мы с ним рылись. Он, однако ты наш человек, горщик. Я думаю, вот. А потом думаю, а почему горщик, почему золото роют, старателями называют? А кто камни добывает, горщиками называют. А не одна ли работа-то, в общем-то? А потом думаю, потому что такую яму вырыть, так это какое горе-то? Так что вот так, мои хорошие. Все ископано.